На Ямал поступила очередная партия вакцины от коронавируса. Это 1500 доз препарата гамковид-вак «Спутник Ви». В ближайшее время их распределят по муниципалитетам округа. По сообщению пресс-службы губернатора, сегодня в округе привиты более 93 тысяч человек. Около 80 тысяч из них завершили вакцинацию. Напомним, в нашем городе пройти процедуру можно в городской поликлинике. Режим работы в будние дни с 8 утра до 6 вечера. Перерыв на обед с 13 до 14 часов. В среду прививочный кабинет работает с 8 до 13 часов. Также желающие пройти вакцинацию могут обратиться в приемное отделение больницы с 6 вечера до 8 утра. С собой необходимо взять паспорт и СНИЛС.